Сцена готова для заключительного этапа конкурса Евровидения 23. И 26 финалистов уже отобраны. 10 исполнителей от каждого полуфинала. Украина, победитель прошлого года, и большая пятерка основателей Евровидения. Франция, Германия, Великобритания, Испания и Италия. Мы поговорили с некоторыми участниками. И вот что вас ожидает субботним вечером. Energy first, full of energy, of dance, of singing. They're all great artists, and I haven't seen one bad performance. So everybody have such a good song, so it's really hard to just say choose one. У всех на устах один вопрос: кто же станет победителем Евровидения 2023? Здесь, в Ливерпуле, болельщики в восторге от финского певца Киари. Definitely cheering for Finland. I think Finland has really good chances of winning. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Ooh. На Spotify композиция «Tattoo» шведской певицы Лорин была прослушана в этом году больше, чем любая другая. На втором месте «Дуэ Вита» Марко Мингони из Италии. Букмекеры считают выигравшую в 2012 году Евровидение Лорин одним из главных претендентов на победу. Все станет известно в субботу вечером.